В Люберцах живет лабрадор Честер, которого в 2020 году признали лучшей собакой-поводырем в стране. Для своей хозяйки Светланы Телицыной он не просто верный друг, а незаменимый помощник. О тандеме собаки и человека наш следующий сюжет. Честер. Сейчас Честер ведет себя как обычная собака, играет с хозяйкой и резвится. Но стоит надеть на него шлейку, как пес сразу переключается на рабочий режим. Как вот руль у водителя, так у незрячего шлейка играет роль руля у собаки-поводыря. Без собаки мне выйти из дома довольно-таки проблематично. Честер, стоять. Молодец. А, одеваю шлейку, и это как сажусь за руль, да, так скажем. Но такой за руль своей собственной свободы и независимости. И я ему командую: Честер, на выход. На выход. Выходим. Честер, на улицу. Но у столь важного атрибута есть свойство изнашиваться. Руль управления собакой-поводырем приходилось несколько раз ремонтировать. Светлана мечтала о новой шлейке любимого красного цвета. Пожелания люберчанки исполнили депутаты городского округа. Наслышаны о том, какая вы активная, какой вы образ жизни ведете активный. Очень рада знакомству с вами, потому что действительно... не сдаваться, да, в тяжелых ситуациях, жить, радоваться жизни – это здорово. Честер и Светлана тут же примерили обновку и отправились на первую прогулку. Разница со старой шлейкой ощущается сразу. Вот даже здесь, вот, смотрите, ступеньки, Честер вперед, и я иду прямо, не вот так вот, как вот обычно, вот так вот, понимаете, а вот так вот, прям ровненько, потрясающе, честно. Я даже не думала, что настолько здорово. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.